Недавно были опубликованы две научные статьи по результатам исследований, посвященным изучению последствий извержения вулкана Тоба на острове Суматра около 74 тысяч лет назад. Сами же исследования интересны в плане изучения подробностей жизни людей и изменчивости флоры и фауны в прошлом. Однако трактовка результатов некоторыми учеными и общественностью вызывает массу вопросов. Первое исследование было посвящено изучению илистых осадков озера Малави в одноименной Восточно-Африканской республике в период после извержения вулкана Тоба. А во втором исследовании ученые изучали каменные инструменты труда и следы жизнедеятельности людей примерно в тот же период, близ современного города Маселбай в южной части ЮАР на берегу океана. Суть исследований заключалась в изучении последствий извержения вулкана Тоба для флоры и фауны в первом и для людей во втором. Именно заявления ученых и настораживают, потому как данные после изучения илистых отложений позволяют считать, что извержение вулкана не оказало значительных влияний на флору в тот период. Заключение основано на анализе 1 сантиметра отложений, который был выбран из основной массы благодаря определенным маркерам, то есть мельчайшим частицам, которые попали в илы впоследствии извержения. А это 7400 километров от самого вулкана. Также были изучены показатели содержания серы, которые не дали аномалий в подтверждении факта вулканической зимы на этой территории. И ученые делают выводы о минимальном воздействии на эволюцию человека извержения Тоба. Второе исследование подтверждает неизменный набор инструментов на временном отрезке от 50 до 90 тысяч лет назад на побережье океана в Южной Африке, опираясь на разделительный барьер между слоями осадков, включающий микрочастицы после извержения вулкана Тоба, а это уже около 9 тысяч километров от места извержения. В этом исследовании ученые делают сенсационный на слух вывод о том, что люди процветали в Южной Африке после извержения вулкана Тоба около 74 тысяч лет назад, хотя при этом и упоминая, что, возможно, люди выжили благодаря богатой на продовольствие береговой линии в южной части Африки. Оба исследования нацелены против гипотезы бутылочного горлышка в эволюции человека за счет извержения вулкана. Здесь следует напомнить, что под понятием «бутылочное горлышко» подразумевается сокращение генетического разнообразия популяции после массового сокращения ее численности. В истории эволюции рассматривается два промежутка прохождения популяции предков человека через бутылочное горлышко. Примерно 1 миллион 200 тысяч лет назад и около 75 тысяч лет назад. Последний случай связывали как раз с извержением вулкана Тоба. Так вот, ученые в обоих случаях утверждают, что последствий на популяцию людей извержение практически не оказало, а в одном даже сказано о процветании людей в этот период. Так что же заставляет насторожиться? Попробую объяснить простыми словами. Слой илистых отложений толщиной или, говоря геологическим языком, мощностью в 1 сантиметр накапливался в условиях озера Малави около 30 лет. И очень трудно смоделировать, что происходило на этой территории в течение первых нескольких лет после извержения. Но стоит признать, что катастрофического массового вымирания и пожаров, возможно, не было в пределах Малави, а также что понижение температуры составило не 4 градуса, как считалось ранее, а лишь 1,5. Здесь можно согласиться с тем, что не нужно преувеличивать масштабы катастрофы, но уменьшать ее также не стоит, потому как даже во льдах Гренландии были обнаружены следы серы примерно того же периода. И мне интересно было бы наблюдать за исследователями, утверждающими о процветании в Южной Африке, как бы они процветали несколько лет в условиях темноты, даже при переходе на морепродукты. По этой логике, можно, оказывается, процветать, если посадить себя на диету, состоящую из морской капусты. Наверняка во сне будет сниться сочная отбивная или шашлычок. Поэтому по результатам исследований корректнее было бы утверждать, что люди пережили этот трудный период, а не процветали.
А вот отвечать за изменение климата на всей планете, по этим данным, совсем не стоит. Потому как достоверным фактом является и то, что в некоторых районах толщина пепла достигала 9 метров, как, к примеру, в Малайзии. Самым важным является и то, что пока неизвестно о численности популяций в каждом конкретном районе планеты, особенно в тех, которые наиболее пострадали. Часто упоминается в литературе известный год без лета, в 1816 году, после извержения вулкана Тамбора. Я как-то уже упоминал об этих событиях в видео под названием «Археологические находки из Индии указывают на раннее появление каменных орудий Левалуа в Азии». Но стоит отметить, что извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава – это невинный пук по сравнению с извержением вулкана Тоба. Хотя тогда тоже не во всех уголках планеты ощутили проблему. Но местами был голод, а некоторые племена вымерли в полном составе. Поэтому не стоит делать громких заявлений, располагая не всеми данными. В целом исследования интересны и во многом полезны, но, возможно, желание привлечь внимание к своим методам работы у исследователей преобладало в момент формулировки выводов. В данном видео, в отличие от других, я высказываю лично свое мнение о выводах. Делаю это нечасто, как и подобает научной журналистике. Но каждый может для себя самостоятельно оценить, насколько адекватны бывают эти выводы. Но наука тем и хороша, что со временем все тайное становится явным, а ученые могут признавать ошибки. На этом не прощаюсь. До новых встреч. А зрителей прошу высказать свое мнение в комментариях. Можно ли делать такие заявления, основываясь на столь неполные данные?